הבנתי שעושים פה מסיבה בלעדיי. אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, נשים את הצרות מאחוריי. אני לא הולך עד שכולכם מג'נונים. היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי. אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי. לא נעצור עד שכולכם מג'נונים. להיט, תרימו לי להיט. Большие и маленькие. Я хочу сказать, я хочу выпить за всех вас. Я так рада, что вы были в моей жизни, вы есть. И вы будете, куда же вас денешь. Вот, поэтому за весь наш дружный большой коллектив, за кэши, в составе больших и маленьких, и средненьких. Вот, за всех нас. Дыхай! Лекеши. Парочки подготовили. Встретим глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Твое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда покруче всех, круче всех. У тебя все получится. Опа! Жаль, я не твиза, байдай. Дыхай, они оэп вот так вот. Я всегда, у меня мысли переполняет, вот знаешь, то, что я могу словами сказать, но я постараюсь. Мы здесь собрались сегодня из-за наших детей, из-за старших детей, которые вот перешли в возраст, которые сейчас, ну знаешь, которые должны вступить в взрослую жизнь. Ой, да, у Софии же день рождения скоро, вот это то. Вот один спит с оружием уже в руках. Как бы это ни странно выглядело в наших реалиях, потому что на самом деле это необычно, это неправильно. Молодые люди не должны ходить с оружием в руках. Мы должны жить в полной гармонии и мире. К сожалению, ну не всегда это получается. Но мы собрались сегодня здесь из-за наших старших детей, из-за того, что они входят в взрослую жизнь. Они идут в армию, они идут делать какие-то взрослые дела. Ну, то есть они стали взрослыми. Совершеннолетними. Не такими, которыми мы их знали. Потому что мы встретились сегодня за то, что было в кружке, который был там 6-7 лет назад. И они очень они очень подросли с тех пор. Встречались, но кружок они оставили вот Попозже. Я хочу пожелать им только, знаете, вот мирного неба, счастья,
чтобы их жизнь была, знаете, счастливой, не переживала вот эти вот плохие моменты, которые нам удалось встретить на нашем пути, на нашей жизни здесь. Чтобы эти момент 7 октября закончился. Чтобы их родина был весь мир, чтобы они чувствовали себя везде, всегда себя дома, в любом месте в этом мире. Вот. Вот чего я им желаю. Амен. Класс. Вот. Ну, супер. Так получилось, мы больше не... Супер тост. Все. Супер. Мне просто нечем запить, но нет. Супер тост. У тебя папа молодец.